Переменная облачность без осадков – такой девиз четверга. Погода в Беларуси будет формировать область повышенного атмосферного давления и теплая воздушная масса, поступающая с Европы. Ночью и утром в отдельных районах страны сгустится непродолжительный туман. Умеренный ветер подует с юго-востока. Максимальный столбик термометра достигнет отметки в 27 градусов. Температурный рекорд накануне побит в 4 городах Беларуси. Теплее всего было в Житковичах. Там зафиксировали 26,5 градусов. Подобная сентябрьская жара была лишь в 1983. В американском штате Орегон в борьбе со стихией жители пошли на крайние меры. В городе Форест Гроув наняли на работу 230 коз. Их задача – борьба с лесными пожарами. Согласно контракту, животные должны съесть в местной роще всю сухую траву, которая может вспыхнуть. К слову, сегодня это востребованная услуга. Коз возят по городам США за $800 в сутки. Обычно они справляются за несколько дней. Площадь прибрежных ледников в Арктике приблизилась к рекордному минимуму – чуть более 3,5 миллионов квадратных километров. Специалисты подчеркивают, в последний раз схожие цифры ледового покрова были зафиксированы 42 года назад. Сильнее всего от таяния пострадали ледники Гренландского и моря Лаптевых. Уменьшение означает изменение ареала тамошней фауны под угрозой белые медведи. Завтра в Бобруйске будет ясно, дожди не ожидаются. Ближе к вечеру прогнозируется небольшая облачность. Утром будет от плюс 11, днем до 23. Ветер южный, порывы до 6 метров в секунду. В пятницу воздух прогреется еще сильнее. Мария Бересневич, Максим Галеонко, Бобруйск 360.